Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, обзор. Так, ну, чтобы не показывать желтый пакет. То есть в прошлом видео я показывал модернизацию ноутбука Toshiba P300-226, а именно замена процессора P8600 на T9900. Так вот, во время разборки, то есть выяснилось, что на графический процессор GPU ставятся термопрокладки. В видео я показал, что необходимо установить термопрокладки, но как временный вариант, то есть я намазал большой слой термопасты. Ну, сами понимаете, что термопаста, хоть она и вязкая, но имеет текучесть. То есть, ну и если есть зазор между процессором графическим и пластиной охлаждения, то эта термопаста, соответственно, стечет. Ну и растечется. То есть и зазор будет воздушный. Ну и тем самым с вытекающими отсюда последствиями. Для этих целей вот я приобрел на AliExpress две термопрокладки. То есть первая термопрокладка — это толщиной на 1 мм, ну а вторая на 1,5 мм прокладка. То есть всем известная фирма Arctic, та же самая фирма, что и производит термопасту Arctic MX4, которую я пользовался для нанесения ее на процессор. Так, ну и вот оставлять в пакетиках. Так, ну и внутри находится непосредственно термопрокладка. То есть одна толщиной 1,5 мм, другая толщиной 1 мм. Есть еще 0,5 мм. Коэффициент теплопроводности, как написано, 6 ватт, деленное на метр градус. Ну, в данном случае Кельвин показано. Так, ну и размер здесь 50 мм на 50 мм. Есть еще один вариант 145 на 145, но цена где-то в 2,5 раза выше, чем данный вариант. Так, ну то есть мне понадобилось две толщины, то есть 1,5 мм и миллиметр. То есть вот эти вот прокладки пришли, ну и сейчас мы заменим то, что мы там наколхозили. Хотя по идее можно было наколхозить тем, что положить марлю, ну и термопастой намазать, но это мы делать не будем. То есть мы приведем ноутбук в надлежащий вид, как он и поставлялся, непосредственно спроизывался. То есть, ну и для этих целей были куплены вот эти вот термопрокладки. Так, я уже весь процесс разборки, сборки показывать не буду, тем более есть видео, когда мы заменяли процессор, где там все разобрано, показано. Я уже только покажу тот момент, когда буду наносить непосредственно термопасту на процессор и устанавливать эти термопрокладки на те места, где они должны были стоять. Так что сейчас смотрим этот момент.
Итак, давайте посмотрим техническое состояние после замены термопасты на термопрокладке. То есть вот, чтобы показать достоверность, то есть мы находимся в том же компьютере, то есть мы обновили Toshiba Satellite P300-226, то есть заменили термопасту на термопрокладке там, где был у нас графический процессор. Так, ну и давайте посмотрим техническое состояние, то есть сейчас у нас работает под нагрузкой, то есть температура воздуха где-то 20-22 градуса, то есть, ну и видим следующие температуры. Так, ну и чтобы удостовериться, что процессор работает под нагрузкой, ну вот мы видим, соответственно, процентные соотношения ядер данного процессора. Core 2 Duo, то есть T9900. Так, ну и вот температурные такие вот датчики, ну и показания температур непосредственно для данного ноутбука. То есть, ну, нас интересует, соответственно, то есть именно на графическом процессоре состояние. То есть вот такие вот данные. Как говорил, что ввиду того, что зазор, хоть мы там намазали много, то есть это видно из видео, но все равно со временем может стечь. Либо нужно применять пасту, та, которая, ну, достаточно густая, которая не течет. То есть, ну, а здесь вязкость именно MX4, то есть достаточно, ну, такая хорошая. Поэтому со временем бы зазор опять образовался и проходила бы перегрев, соответственно, графического процессора, что в результате привело к отключению ноутбука. Так, ну и можем даже посмотреть. Так, ну, нагрузка в данных пределах. Ну, если что, можно даже посмотреть. Давайте небольшой тест проведем, стресс. То есть вот нам видно температура, ну, где-то приблизительно на некоторое время. То есть как будут вести себя температуры. Так, ну я думаю, 5 минут мы не будем ждать, то есть 2 минут достаточно, чтобы посмотреть, как ведет себя ноутбук при загрузке процессора на 100%. То есть вот мы увидели такие результаты при стресс-тестировании. Так, ну и останавливаем процесс. Сейчас. Ну и в данный момент времени, то есть термопрокладки работают в нормальном состоянии. То есть единственное, то есть как видели, то есть там термопрокладка прослужила 10 лет. Ну а данные термопрокладки посмотрим, сколько прослужат. Да, еще один момент. То есть прошло некоторое время, то есть по сути 3 суток после того, как я установил, то есть ноутбук гонялся в обычном режиме под загрузкой и нет, то есть, ну и по идее, то есть температуры нужно снимать после определенного промежутка времени, но это явно не 3 суток, ну где-то месяцы, 3 месяца, ну и больше. То есть, ну а предыдущая, то есть вот термопрокладка прослужила именно 10 лет, то есть вот такая вот серая она стала. Так, ну я думаю, с этим ноутбуком мы закончили. Все удачно сложилось. Процессор новый прижился, то есть выполняет свои функции. В предыдущем видео вы можете посмотреть все характеристики
Ну и в данный момент времени, то есть я полностью доволен реализованным моментом, а именно модернизацией данного ноутбука. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания.